Всем большой привет, друзья, и добро пожаловать на канал Someday. И сегодня я вам расскажу 5 самых ожидаемых игр этого года, и когда конкретно их ожидать. Поддержите меня лайком и подпишитесь на канал, если тут впервые. Чтобы спасти человечество, Алекс Венс и ее отец Элли тайно усиливают сопротивление для борьбы с жесткой оккупацией Земли, таинственной инопланетной расой, известной как Комбинант. Действие игры происходит между событиями оригинальных Half-Life и Half-Life 2. Half-Life Alyx был разработан с нуля для виртуальной реальности и включает в себя все отличительные черты классической игры Half-Life. Исследование мира, решение головоломок, интуитивное сражение, запутанную историю, которая соединяет все это с персонажами знаковых для вселенной Half-Life. Компания анонсировала игру в ноябре 2019 года. И вот, наконец-то, Valve объявила дату релиза Half-Life Alyx, и это 23 марта 2020 год. Самая ожидаемая VR-игра на сегодняшний день. И еще Valve выпустила несколько новых скриншотов, чтобы подогреть аппетит. Ждем, друзья, 23 марта. Некоторым счастливчикам PS4 предстоит сыграть The Last of Us 2 до официальной даты релиза. А дата релиза ожидается на 29 мая 2020 года. Sony объявила о выпуске демо-версии The Last of Us 2 на выставке PX East, которая состоится в Бостоне и будет проходить с 27 февраля до 1 марта. Хорошая новость заключается в том, что для изучения будет доступен час демонстрационной игры, которая, несомненно, даст представление о том, как изменилась Элли. Единственным недостатком является то, что она не будет отвечать на вопросы по ключевым вопросам истории, в том числе детали относительно Джоэла. The Last of Us 2 все еще на пути к дате релиза, и было подтверждено, что игра запустится на PS4. Тем не менее, возможно, мы увидим и на PS5. Хотя ни PlayStation, ни Naughty Dog не подтвердили, так ли это на самом деле. Добро пожаловать в ад на земле! Пришло время воплотить убийцу судьбы и отправиться на нашу планету, разрушенную демонами. That mankind can produce, we will send unto them only you. С большим фоном для кровавого экшена и новыми многопользовательскими онлайн-режимами новая игра выглядит даже быстрее, более неистовой и наполненной кровью, чем ее предшественница. В основной локацией будет наша планета Земля, захваченная демонами после событий оригинальной игры. Изначально игра должна была выйти 22 ноября 2019 года, но в октябре было объявлено, что дата выхода была перенесена. В пресс-релизе It's at Fire подчеркивалось, что это для того, чтобы мы обеспечили наилучшее впечатление, чтобы Doom Eternal соответствовал нашим стандартам скорости и совершенства. Doom Eternal выйдет 20 марта 2020 года для PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia и, конечно, ПК. По горячим следам превосходного ремейка Resident Evil 2, такой же симпатичный ремейк Resident Evil 3 уже в пути и выпустят его быстрее, чем ожидалось. Evil 3 включает в себя обновления игрового процесса, такие как правильная стрельба через плечо и современные средства управления. Ну и, конечно, графическое обновление. Resident Evil 3 является трехмерной игрой с видом от третьего лица. А поведение преследующего главных героев монстра Немезиса было изменено, его искусственный интеллект был улучшен. Несмотря на то, что ремейк является более динамичным и напряженным относительно оригинальной игры 1999 года, проект не позиционируется как экшен-игра.
И в дополнение к одиночной кампании игроки также могут погрузиться в ранее неописанные эксперименты с Umbrella на окраинах Raccoon City, благодаря добавлению онлайн-асимметричной многопользовательской игры Resident Evil Resistance. Сопротивление в многопользовательском режиме 4 против 1 позволяет игрокам взять на себя роль главного разума, который может манипулировать окружением и размещать злобных существ, расставлять ловушки и вооруженные камеры безопасности, чтобы заманить в ловушку несчастных выживших. С другой стороны, четверо выживших должны эффективно работать вместе, чтобы иметь шанс избежать эксперимента до того, как истечет время. Resident Evil 3 выходит 3 апреля этого года. И вишенкой на торте Cyberpunk 2077. Это грандиозная антиутопическая РПГ. Обширная игра с открытым миром, украшена головокружительными неоновыми цветами и футуристическими гаджетами. В отличие от третьего Ведьмака, которую скорее можно назвать экшен-приключением с элементами РПГ, в Cyberpunk ролевая система будет куда обширней. В частности, здесь позволят создавать собственного персонажа и выбрать его биографию, что повлияет на некоторые диалоги. Также в игре будет 3 класса, хотя развиваться позволят в любом направлении без ограничений. Какие способности интересны, те и можно прокачивать. Поскольку действие игры разворачивается в будущем, то и умения герой будет приобретать соответствующие. От взлома турелей до получения контроля над имплантами и даже их отключения. Если же вы предпочитаете полагаться на огнестрельное оружие, а не заниматься хакерством и ползать по вентиляционным шахтам, то и такой вариант возможен. Стрельбу обещают сделать интересной и удобной. Игроки отправятся в эпическое путешествие, чтобы раскрыть секрет бессмертия. Это приключение будет чревато опасностями. Будь то борьба с коррумпированными преступными синдикатами, гениальными хакерами или силами, выходящими далеко за пределы вашего воображения. Игра была первоначально назначена на запуск 16 апреля. Но CD Projekt Red объявил в январе, что им нужно больше времени, чтобы закончить тестирование, исправление и полировку. Официальная дата выхода Cyberpunk 2077 – 17 сентября 2020 год. Wake the fuck up, samurai. We have a city to burn. А на этом все, друзья. Большое спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и, конечно, ставить палец вверх, если вам понравилось видео. А с вами был Someday. Всем всего хорошего. Пока-пока. Feel the impact. You break it open, leaving nothing f***ing intact. Leaving nothing behind. Hey yo, you're